Куда же подевался этот попрыгун, пердолио, мать его? Эх, пердолио, пердолио, попрыгунчик ты веселый. Надо что-нибудь таки выпить. Вроде пердолио что-то мне приносил не так давно. Что же это было? Опа! Дарю, употребляйте. О, точно! Тут нет. Ну ладно, хоть стакан возьму. Куда ж я дел бутылку? О! Надо бы проверить в одном секретном месте. Сейчас поищем. Сейчас. Грабители никогда не догадаются, что элитарный вискарь хранится в сортире. Так. Не, не то. Где ж ты, падла? Куда же я это подевал? О! Вот ты где! Иди, калка, скоту. Ну что ж, сейчас протестим. Так, смотрим на тубу. Ну, туба хорошая. Так. The Isle of Jura. Jura Single Malt Scotch Whisky. Seven Wood. Семь деревьев. Семь древесин. Ну, понятно. Наверное, значит, ага, семь выбранных французских и американских дубов. А что у нас на другой стороне? Ага, тут у нас карта. Карта острова Джура. Вот вижу, написано Джура. Welcome to Jura. A few miles off the west coast. Несколько миль от западного побережья Шотландии. Угу, и вы найдете наш остров. Удаленный, а иногда дикий. Все еще красивый, тем не менее. 200, значит, всего лишь там жителей. Да, одна дорога, один кабак и одна дистиллерия. Ну, то есть вискокурня, так, которая с 1810 года. Наш people and наш виски. Jura Seven Wood. Да, прямо, ну, конечно, так круто все понаписано. Посмотрим, как оно на самом деле. Defines the people of Jura. Ну да, определяет народ Джуры, что они крутые, крутые.
Трункейс, аллер, воз, ну это какая-то все хрень, в общем. Это все вот такое. Откроем. О! Ну туба как туба. Закрой ее нахрен. А что мы тут видим? Спереди мы видим, там на самом верху прямо на стекле Isle of Jura. Ну нормально, Jura, Single Malt Scotch Whiskey, Seven Wood. Influenced by seven select French and American oak barrels. For a rare balance and depth with a hint of smoke. Ну то же самое. Matured in American white oak, ex-bourbon, limousine и прочее. Так, с другой стороны. Русская контр-этикетка. Виски шотландский односолодовый Jura Seven Wood. Крепость 42 градуса. Объем 0,7 литров. Эталон изобретательности. Выдержка начинается в бочках из американского белого дуба из-под бурбона. Далее спирты разделяются на 6 частей и дозревают в бочках из французского дуба регионов Лимузен. Это регионы. Тронсе, Алье, Вогезы, Жули и заповедника Бертранж. Состав: вода, выдержанные зерновые дистилляты на основе ячменного солода, краситель и сахарный колер. То есть он окрашен. Ну и фильтрованный, очевидно, раз обратного не указано. Дата розлива 9 марта 2020 года. Так, как же тебя открывать? О, вот за это, наверное, надо потянуть. Ну точно! Все буржуи предусмотрели. Раз! Два! Так, не понял. У, бля! Не все они предусмотрели. Русских не любят, наверное. Вот сука! Буржуинский мусор. Надо им обратно отослать. Так, ну что? Сейчас. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну, как всегда. Будем открывать. Так. Плотно сидит. Прессованная крошка. Пахнет сладко. Немного горечь и слегка квасно, типа заквашенный шоколад, ну недорогой шоколад, ну пахнет сильно. Ну ладно, нальем. О, пошло. Ух, тугая. Сейчас посмотрим на него. Так, плотность не особо, ноги тонкие, но вроде прилипчивые, хотя... Вот стекают. Ну, какая-то плотность есть. Цвет похрену, тут краска. Нос, карамель, мед, пряно, сливы свежие. Поболтаем, чтобы раскрыть побольше запаха. Есть что-то такое ромовое, патока, прямо ощущается. Дым очень-очень далеко где-то. Аромат довольно сдержанный по силе. Да, не самый сильный. Но и не сказать, что слабый. Это нормально.
Так-так. Что тут написали? Ага. Аромат шоколадно-кофейный с имбирным аккордом. Ха. Вкус раскрывается нотами засахаренного апельсина и персика с оттенками дыма и моря. А дальше всякая херня. Ну, впрочем, я где-то близко был. Но то такое. Оттенки. Понимаешь. Ну, хрен его знает. Выпьем? О! Вкус солоноватый сразу. По сравнению с Джурой 10, мягче, посложнее, менее спиртуозно, ну, если так можно говорить. О, соль усиливается. Но Джура 10 более дымная, более торфяная, а здесь дыма почти нет. Появляется кислинка. Горчинка деревяшки, легкие специи. Мягко, ничего не ошершавливает. Похоже на лимонад Дюшес, который типа из груши, но может и не только из груши. В этих лимонадах сахара больше, чем всего остального. Так, послевкусие. Послевкусие не сильное, соленое. Ну, это один из самых соленых вискарей, что я пил. Наша дискуссия свернула куда-то не туда. Кто ее вообще сюда пустил? Если все именно так, как мы предполагаем... Дым? Ну, не знаю. Где-то что-то есть. Он, наверное, и дает эту соль. Ну, в целом, оно, конечно, более благородно, чем десятка. Десятка погрубее, но дымнее. Ну, пить-то можно. Но это, конечно, не такой прям уровень, чтобы прямо наслаждаться там. Что-то все-таки в балансе не совсем так. Да и вообще. О, кто это звонит-то, бля? Какая падла прерывает мою дегустацию? Номер незнакомый. Лейтенант Мази Сивабл. Уголовный розыск беспокоит. Здравствуйте. Подойдите в отдел полиции для выяснения некоторых обстоятельств. Что за обстоятельства? Дело касается гражданина Пердолю. А что с ним? Это вам сообщат в отделе. Ну, хорошо, я подойду. Вот это номер. Что-то случилось, бля. Да. Так, спокойно, спокойно. Пока еще ничего не известно.